Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, а также его гости. С вами снова я, Жека, и сегодня мы с вами продолжаем играть в эту замечательнейшую игру под названием Sid Meier's Civilization Beyond Earth и новая запись. Проект Таити 2 стал одной из первых политических побед Хутамы. И для отважного пастралийца он так и остался предметом особой гордости. Многомиллиардный проект мелиорации и реконструкции никогда не получил должного финансирования, если бы не решительная поддержка со стороны Хутамы. В знак признательности народ Таити построил особое Марае для космического корабля Хутамы и наградил его титулом Алии. Господи, придумать такие названия надо же. Вот тут вот у нас будет да. Ну, слава богу, хотя бы не убил. Так, насчет тебя, да? Плюсик, а ты долбани его. Все, готов. Так. Фармацевтическая лаборатория. Адепт. О, теперь уже забияка. Вот так вот. И это теперь вихрь. Во. Нам нужны подлодки. Чтобы кто-то обнаружил подлодки. Так. Что нам еще исследовать-то, а? Давайте массовое производство начинать. Вадим Козлов захватил город. Уйди отсюда. Так. 7 ходов, сеть. Дальше. Отвали! Оп. Хороший юнит, если стреляет по-нормальному. А зачем я это делаю? Надо этот самый поселенцев покупать, а не юнит туда гонять. Уже. Не попадешь? Тогда пока что стой на дежурстве. Так. Город Ранги. Купить. Поселенец. Все. Оп. Дальше вот так. А, это заземной ландшафт не дается. Хорошо. Ну, если захочу, то построю. Торговля опирас. Не хочу. А я не готов и не хочу. Во. Так. Теперь. Мне нужно построить этот ультразвуковой барьер. Так, 21... О, 10 ходов, перерабатывающий комплекс. Отличненько. Эвакуация агента. Раз уж вам так надо, то я это сделаю. Нефиг воевать около моих границ. Ну, все равно, зачем вы воюете около моих границ? Я к вам не отношусь любым образом. Туалет нет. Так. Подождем. Сначала вот этот вот. Оп. Не хочу, но приходится. Титановая шахта. 3 хода. Отлично. Так, гражданская поддержка. А давайте ее.
Не хочу, но этот город не стратегически важен. Господи. Хотите, убью. Сейчас убью. Так. Опять науку. Дальше. Фриленд. Контрразведку будет вести. К тому же 5 титана не так уж и плохо. Стреляли. Во, наконец-то. Вот зачем я сюда пришел. Что называется. Расшифровка сигнала. Ну, можно и то делать. Так. Расшифровка сигнала. Давайте-ка запустим. Тут центральное управление построим. Кража науки. Дальше. Кража науки. Оп. Ричпорт. Базальт. Давайте-ка базальт сделаем тут. Каменоломни, что ли? Да, каменоломни это была. Однако все быстро очень идет. 5 ходов, резервация инопланетян. Мехатроника. Давайте. Сделаем террористское орудие, да? Стреляй. Все. Крейсер. Теперь у нас уже Тритон. Давайте так. Канонир. Теперь у нас уже бомбардир. О, вот это здорово. Да ладно, ты только заметила. Серьезно? Так, хорошо. Я поставлю вас тут. А тут я еще один юнит притащу. Отвали! Да убейте там друг друга. Помножьтесь на ноль. Раз и навсегда, паразиты. Все, все. Так, 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 так. Больше нечего строить, отлично. Убирайте отсюда тогда. Да умри! Уже наконец. Ты тоже. Готово. Так, 7 ходов, клеточный инкубатор. Ну, наконец-то, хотя бы мир заключили. Отвали! Пока не сказал, от... Не хочу материться. Еще одну ферму нужно строить, потому что мне здесь нечем уже это самое. Питать город. Точнее, не питать, а снабжать. Поезжай-ка ты в ту сторону, надо начинать снабжать тот город чем-то. Города старого, заброшенного. Древнего мегаполиса.
стали, остановились. Так. Так, 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 так. Заброшенный лупонетный город. Вот всегда там буду. Вот сейчас, наверное, там в большинстве случаев буду обосновывать свои города. Снова, точнее. Так, пусковой комплекс. Надо захватить его уже наконец. Так, 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 так. Так, тритон. Вот два варианта. Либо гневливый, либо еще. Может двигаться по своей атаке, автоматическое исцеление каждый ход. Ники, Бенники. Единственное, что маг мощный. Вы сами помните, что это за обалденная штукенция. Яростный. То же самое. Так. О, вот это вот нужное. Так, 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 так. Биология инопланетян, два хода нормально. Тогда? Немножко совсем, буквально. Да когда ж вы убьете друг друга, а? О, наконец-то. Только немножко остановились. Остановили свою войну. Как-то они ракеты стреляют криво. Во, собственный рабочий даже появился. Которым из-за того, что я думал, что здесь ничего не будет, никакого рабочего. Теперь ничего сделать пока что. Смотри, когда он будет... А, ну да, тогда нормально. Сколько ходов? Так. Давайте биохимию. Сейчас исследуем. Ну, вообще-то ему нужно ферму построить. Самый простой способ понять социальную систему – это воплотить ее в код. Лучший способ оптимизировать социальную систему – это позволить коду изменить мир. Ферму пускай строит. А то город будет голодать. А этого мне не надо. Инфоцентр. Биохимия этого мира коварна. Но стоит вникнуть в детали. Сразу становится все понятно. Библиотеку. Ничего нету. Так, 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 так. Давайте-ка бионику. Дал. По ящеры. Умбыри. Все. Готов. Так, ферму строй. Еще одну. Все. Все те фермы просто. Смотрите, как это называется. Нам нужен исследователь. Угу, готово.
Ксеномассу. Да, невыгодно пока что ксеномассу строить, добычу на них. Wir verfolgen. Еще один город, который будет, скорее всего, возможен, возможно, весь в фермах. Ну, не весь, но с фермами будет много. Ферм. Еще одна ферма. Я еще одну строю. Обалдеть, смотрите на это. Кошмар. Все в фермах. Просто все. Лес я вырубать не буду. Так. Так. Дальше. Так, сервомашины. Так, блин, бело, да, купить? Исследователь. Где? Что ты? А, вот он. Все, еще одна ферма готова. И сейчас по времени. Так, 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 так. Читайте сами, короче говоря. Так. Все, просто все, буквально со всего слова, ферма будет сейчас. Тут то же самое. Здесь еще одну ферму построю, и здесь еще одну. Так, так, так. 7 ходов, клиника оптической хирургии. Но здесь нам нужен маяк. Так, давайте вот сюда его поставим, да. Отвали. 11 ходов. Дальше. Ракетная батарея. Блин, ферма. Давайте... А, еще одну ферму. Земной ландшафт будет в другом месте. Земной ландшафт у меня будет... Я не трогал. Так. Ой. Во. Дальше. Во. Все. Земной ландшафт у нас будет... Вот в этом месте. Торговля опира. Вот в этом вот, за городом. Так, 7 ходов, это очистительная станция. Во. Во. Культивирование тканей. Вот, стоит дежурство. Ой, опять микрофон трогаю. Честное слово, это моя болезнь постоянная. А может здесь мне построить как раз таки земной ландшафт? Давайте как раз таки здесь его построю. Все, готов. Да. Хорош. Ферма еще одна. Ферма номер 2, номер 3. Тут миллион скоро будет. Так. Че, нельзя, что ли? Чайно. Здесь можно. Давайте вот здесь построим. Хочу земной ландшафт в одном месте хотя бы сделать, чтобы что-то хотя бы напоминало о родной земле, которую мы покинули. Так, 6 ходов. Пусковой комплекс. И пока что все. Так.
Азарин. Отвали. Ну, и так светло уже. Опять тучи. Вчера был дождь, позавчера был дождь. Сегодня обещали без дождя. Но, по-моему, судя по небу, он и сегодня будет. Короче говоря, у нас самая настоящая дождливая осень. Вот такая у нас погода в Риге. Так. И вот так. Так, теперь Улан. Ты у нас не Улан, а гладиатор. Уже двигаться после атаки. Хорошо. Так. Биология не подходит. Органика. Блин, я дурак, забыл, что нужно минералы эти построить. На минералов построить. Да, чтобы сразу можно было потом уже. Институт. Торговля. Отвали! Кретин. Шесть ходов нефтехимический завод. Ну, давайте его и построим. Жизнь сама по себе неизбежно обесценивающий актив. Во, вспомнил. Давайте так. Но это бессмертный, это полностью бесполезный юнит. Сами помните, как его хорошо можно уничтожить одним выстрелом из чего угодно почти что. Так что это полная бесполезица. Wir verfolgen. Угу, пошло дело. Все, готово, минералы. Шахта минеральная, точнее, уже. Так. Ёлки-палки. Реки старой земли, пускай уж будет. Найти часть титановую шахту построим, может тогда что-то изменится. Так. Плюсик. Дальше. Ну, отлично. Вот как всегда. Я снимаю, надо мне позвонить. Ладно, придется уж поговорить. As Adam Smith said. Подобно солнцу, я освещаю. Что за закон подлости? Я снимаю, надо мне позвонить. Конечно, блин. По-другому ни в коем случае. По-другому никак. Вот, наконец-таки это изменилось. Заколебали. Хоть связь вырубай, чтобы тебя вообще никто не знал о твоем существовании, что ты сейчас... вообще существуешь, чтобы до тебя никто не мог дозвониться. Ну, действительно, вариант. Так, 6 ходов, ксенопитомник. Давайте его. Ну, наконец-то.
Сейчас пойдет побыстрее будет строиться все это. О, сколько тут всего есть. Где? Опять! Спи пока что. Так, три хода формируются. Чистая лаборатория. Генетика инопланетян. Ну, пускай уж будет моя, так уж и быть. Соглашусь с вами. Вот вам. Хорошие штуки. Сразу взяли и уничтожили. Во! Где? О! Так вот. Хорошо. Дальше. Торговый склад. Так, теперь вот так. Раз ходов, пускай будет так. Торговля опирает. Да отвали! Заколебал. Я готов с тобой сотрудничать. А я хочу, чтобы ты отвалил от меня. Что теперь? Кретин, блин. Заколебал уже. Так, 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 так. Оп, все, готово. 6 ходов, инфоцентр. Дальше. Так. Надо сюда еще какой-то юнит поставить будет. Защита этого города, то он остался без защиты же. Надо самолет будет сюда приткнуть. Познание, трансгеника. Теперь еще надо думать, какую выбрать. Биосфера давайте тогда. Ну, а не, давайте искусственный интеллект, что лучше. О, отлично, рабочему есть что делать. Оп, строй. Шахту на кварц. Кварцевую шахту. Тут что-то находится. Отстань! Что-то упало. Ну и этому рабочему тоже есть что делать. Тут нефть есть. Резервы с инопланетян. Это у нас что? Фармацевтическая лаборатория. Беспилотная технология. Не бывает слишком малых вещей. Не бывает незначительных людей. Самые большие деревья вырастают из малюсеньких семян. Да-да-да, знаем, знаем. Так, готово? Да. Так, 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 так. О, адаптация инопланетян можно. Это гармонию даст. Надоели. Ну,
две нефти. Ну, немного, но хватит. Сами помножили себя на ноль. Стоило им только напасть на мой юнит. Болваны. Так, вот так. Ну, это, наверное, от города. Надеюсь. А нет самолетов вражеских. Формально у меня здесь пока что нет врагов. Активировать маяк. У нас денег достаточно. Ах ты ж паразитка. На тебе. Монстр пришел, блин. 6 ходов в сеть. Давайте ее. В следующем ходу активирую маяк. По мере развития. Вот, сейчас мы сдохнем. Все, нету. Ксенорой. Пускай так оно и будет. 3, 2, 1. 30 ходов осталось. Возможно, обойдемся в 2 серии. Но оно и к лучшему. Экология инопланетян. Такс. И вот такс. Восемь ходов, ремонтная мастерская. Дальше. А вот так вот сделаем. Кстати, интересно, если построить такой земной ландшафт в реальности, то он будет вырабатывать кислород? Ну, я имею в виду на другой планете. Скорее всего, будет вырабатывать кислород. И таким образом мы испоганим экосистему этой планеты. Ну да ладно, пофигу. Вот он так вот. Чем меньше серий, тем больше мы сможем цивилизации пройти. С меньшим количеством серий. Руки мерзнут. Да вы достали! Азарамс. Опять темно. Станция клонирования тогда. Заколебали, честное слово, боже. Так. Может, надо в эту сторону двигаться. Пока нечего делать, конечно же. А, пускай тут стоит, господи. Сеть наблюдения. А тут у нас будет автоматизированный завод. Станьте вот меня. Хватит мне показать этот город, мне даром не нужен. Пустыня, холмы. Можно еще одну ферму сделать.
Но даже не можно, а нужно. Потому что то, что они вырабатывают, этого, скажем так, мало. И да, вот здесь вот где-то буду снова использовать еще один город за Фероксидом. Месторождение Фероксида. Так. Построю еще одну ферму, и у нас пошел дождь. Но при этом синоптики обещали, что дождя сегодня не будет. Вот вруны! Вот за что ненавижу синоптика, за то, что вот они не могут в точности предсказать погоду. Но это невозможно в точности предсказать погоду. С этим я не поспорю, но все же хотелось бы. А этот город у меня будет постоянно застраиваться этими самыми фермами. Вся его территория. Все. Сфера дронов напоминает мне ни много ни мало высший свет Версаля. Только здесь каждый мужчина король солнца, а каждая женщина королева, окруженные любезными придворными. У меня вопрос, что вот здесь находится? Ничего и никто. Ничего и никого. Так, тут надо термит. Ториевый реактор. Во! Ферма. Готова. На данный момент все. Хороший агент у нас. Не выйдет ему поспать, придется ему строить антигравийный карьер. Отвали. К лучшему. Оборонный периметр. Сейчас построю до сюда дорогу. И все, тогда тут заодно вырублю, наверное, деревья. Так, ну пускай же будет дорогу продолжаем строить тут. Нанорой. Дальше. Контроль климата. Биосфера пускай же лучше будет. Наверное, еще одну ферму построить надо будет. Заодно уж тогда. Азарам. Где на питомник? Что у нас там по победам? Насчет контакта, да? И... 16 ходов осталось. Не так уж и много. Да, ему походу уложились две серии. Здорово. Идеально даже. Сказал. Еще одна ферма. Все. Готово. Так, 6 ходов. Автоматизированный завод. Еще раз 6 ходов, массовый фермератор. Так.
максимум во всех местах будут фермы построены, потому что иначе у меня города начнут сгибаться. Поспи пока что. Так. 4 хода перерабатывающий комплекс. Так. Оп. И оп. Дорогу строй. Ну вот. Хорошо. Дорога готова. Мы за... Контроль климата теперь. Так. Раз уж ты такая глупая, что решила на меня напасть. Купить. Мне нужен самолет все-таки. Самолет. Налетчик. Вот он. 5 ходов, голографическая комната. 3 хода клиника. Торговля опирас. Нет. Попалась. Хватит говорить. Поспи пока что. Пять ходов, один питомник. Да, купить. Кентавр. Конор. Так. Теперь биология. Насчет этого, да? Насчет этой. Вот так сделаем. И вот так сделаем. Я знал, что она это сделает. Поэтому был готов. Попался. Поспи, потому что. Что сильнее? О, они одинаково почти что. Не, не долетит. Ты им ничего не сделаешь. А вот зато самолет сделает. Ага, испугалась. Тварь, паразитка, чтоб ты сдохла. Нечего мне было трогать. Дальше. Ну, тоже хорошо. Плюсик. Пять ходов, ботанический сад. Думал на меня напасть, потому что я слабый? Тебе это не выйдет, бобенцы. Так. Мне нужен еще один гидер. Какой-то... предположим, мне нужен
Налетчик еще один. Азарам Смит. Ну я в курсе. Ну это же моя дорога. Господи! Оказывается, здесь можно разворовывать собственные дороги. Забаговалась игрушка, по ходу дела. Ну вот, спасибо. Дружил. Ну, теперь и тебе достанется. Все. Юнит уничтожен. Кто теперь идиот? О, господи. Так. Теперь мне нужно Пимбела купить поселенец. Поспи. Хороший юнит, да? Тутух, 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 тутух. Все, нету. Стоять. Убить. Че, не сдох? На-на-на-на-на-на-на-на. Что у всех, а? Так, вертикальная ферма. Да без разницы. Все равно мы победим за счет маяка этого. Ну, тебе хана. Тутух. Убить, изничтожить и прочее, прочее, прочее. Готов. Плюсик. Убить, изничтожить и прочее, прочее, прочее. Надеюсь, он на них свалился. Чё, не развалился еще? Блин. Вот это проблемка. Шесть ходов, сеть наблюдения. Хорошо. Чё? Дурында. Дурында. Наши деньги есть, можно еще одного налетчика купить. И второго тут тоже. Про запас. Скажем так вот. Ну, этого зря. Причем мой как зря. Они сильнее, чем я думал. Но мои войска воздушные. Все. Один готов. Второй. Долбанем по Кнору. Черт, не убился. Эники, Бенники, что называется? Все. И еще один готов.
Так, 7 ходов, массовый фермератор. 4 хода, клеточный инкубатор. Насчет победы, сколько осталось? 2 хода. И победа готова. Нет, не все так просто, дурочка. Где-то книга. Ну ладно, сама подойдет, если ей так надо. Вся история человечества шла к этому. Изоляция. Готово! Пришел конец. Главный вопрос, одни ли мы во Вселенной? За него врубят тогда. Наконец-то получил ответ. Нельзя было предугадать, кого или что мы обнаружим. Но мы знали, что готовы к этому. Как представители своей планеты, своей расы, своего вида, мы смело делаем шаг вперед, чтобы поприветствовать собратьев и занять свое место среди звезд. Все. Еще одна цивилизация готова. Так, и планета еще одна готова. Нам осталось еще две цивилизации. Ура! Все. Еще раз пока что. Так, 5 ходов, все наблюдения. Так, кража науки. Искусственное мышление. Торговля опера. Идешь вон. Все. Все. Такс. Шесть ходов, биофабрика. Так, все. Спи пока что. Вот, дорогие друзья, на этом нам надо заканчивать. Все ссылки будут находиться в описании. Оборовали! Вдвойне даже! Хороший шпион, молодец. Что еще он может сделать? Пропагандная кампания кражи технологии. Давайте вот это сделаем ей. Так, ВШБО, полярная звезда. Вы знаете, что такое ВШБОшка? Две клетки начали вашего хода. В качестве на дежурстве. Ты тоже. И ты тоже. Вот это мы и оборовали. На 3 юнита сразу. Решение проблем силой приносит удовлетворение. Потому что никогда не остается без ответа. Тьюринг стейт существительное. Чувство стыда. За то, что ты не смог распознать искусственный, точнее, отличить искусственный интеллект от человека. Я же знаю это все. Роевой интеллект. Так, продолжаем. Тут на что? Титан еще. Да. Остается два варианта. Маева. Маева. Обоснуется город, все. Сделаем. Так, фероксидовая шахта, 5 ходов. Так. Старой земли. Так, 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 так. Кража науки пока что. Такс. 4 хода. Прогностическая система пускай будет. Инфоцентр.
Азарем. Опять науку воруй. Приветики. Я знаю, что он слабый. Я же сказал, слабый юнит, который ничего не может сделать против другого. Ничего, ровным счетом. Пришла еще. Поставил юнит. Думаете, я его испугаюсь? Никак нет. Так, так вот, дальше. Мобильная левитация. Ну, я сейчас тебе западлянку своим шпионом еще устрою. Так что не беспокойся. Тебе будет весело. Майова или Маева, кстати говоря. Интересно. Еще один юнит, который я уничтожу. Замечательно. Если бы было Майова, тогда бы там, наверное, стояла буква в КЙО. Ну тогда делаем второй вариант. Так, штаб и торговый склад. Все, фероксидовая шахта. Во. Так, что у нас там по времени? Ну, чуть-чуть буквально осталось. Буквально 8 минут. Так, пусковой комплекс. О, еще один выгон строим. Так, КС ходов. Интегратор КС. Открой глаза и снова открой их. Загляни вперед и снова загляни вперед. Так, читайте сами, если хотите. Я не хочу лично. Ну, все слушать, потому что мне это даже надоело. Так. Все. Политическая левитация. Кстати говоря, можно еще один выгон построить. Будет. Поспи. Так. Институт. Оборонный периметр. Так. Назначить. Ричпорт. Давайте туда. Назначим. 6 ходов. Интегратор КС. Так. 2 хода. А вот теперь ксеноскважины даже выгодны. Оп, дно. Дальше. Массовый фермератор. Так. И тут у нас будет шахта титановая. Биотопливный завод. Дальше. Генопитомник. И ремонтная мастерская. Ну, тут можно еще медь построить. Wir verfolgen viele Ziele. А мне все равно.
потому что под конец записи я должен заключить со всеми мир, желательно. Так. Ну вот, дорогие друзья, подписчики моего канала, также его гости. На этом я буду заканчивать. Всем огромнейшее спасибо за внимание. Всем огромнейшей удачи. И... так вот. Пойди отсюда. Еще один. Сдохни. Капец, как много я сейчас у него ворую юнитов. Она сейчас будет абсолютно бессильная. Враги. Фас. Так. Дайте науку вору, все. Хватит с нее. И всем пока-пока.